Все дети спали. Вот так вот все в своих лежаночках уже спали, спали. Время уже начало первого. Вот. Пока мама не начала тихонько делать вот такие вкусняшки. Уже первую партию сделала. Это я разбираю желудок. Первая партия уже сушится в дегидраторе. Все мои легли спать, вся семья. Я тут начала его резать, потому что он уж очень-очень пахнет. Поэтому предупреждаю сразу, не стоит его делать дома в духовке. Если у вас там одна, две, три собачки, его проще купить. Потому что он так пахнет не очень. Конечно, когда уже он высушенный вот такими вот кусочками уже, то он так не пахнет. Ну, он, конечно, очень полезен и, ну, нравится собачкам. Я начала резать, и все, конечно же, попросыпались. Сидят, ждут. Да, Дынюшку, красавчик. Мои сладкие, Оскар ждет. Да, мои золотые девчоночки. Дюймовочка. Миранда уже легла, поняла, что мама ничего не дает. Сегодня ничего не будет. Феюшка, красотулечка, Миечка. Так, ну не ругаемся, ребят. Ну, а кто-то еще уже, вернее, спит. Все поняли, да? Моя золотая красотулечка, моя шоколадочка, мой шоколадный нос, Гарюшка. Все, спокойной ночи, ребятки. Завтра будем лакомиться. Дынюша. Все, спокойной ночи, друзья. Как же тут быть спокойной ночи, если мама тут пахнет, да? Тичка сладкие. Вот так. Всех разбудила, растормошила. Все, друзья, спокойной ночи. А я работать. Так, все, плотненько я разложила, потому что оставалось немножко, не хотела, чтобы оно оставалось. Оно просушится. Я делала такими прям большими-большими такими кусочками. Люблю, когда они держат лапами и грызут их. Ну, вот такие, да, большие такие кусочки. Все, загружаем. Так, мы все загрузили. Закрываем и включаем. Ну, 24 часа. Завтра утром я приду, посмотрю. Ну, не завтра утром, да, посмотрю, что не досушилось. И, возможно, досушу еще. Пока на 24. Все, хорошее, нужное дело сделано. Ну все, дело сделано. Время 2 часа ночи. А теперь спать. Всем спокойной ночи.